Теперь. Где его? Вон она. О мой бог. И как оттуда нам попасть? Отсюда туда? Вниз тут не спуститься, да? Ну, подозреваю, что только так. Не сомневаюсь, что это... Так, ну и, наверное, все. Все. Фу! Тарик, a message for you. Auriculare. The rifles have arrived in Cappadocia, where Manuel has garrisoned his army. And our men, are they still with him? Evet. They will contact us when the Byzantines decamp. Then we will meet them when they reach Bursa. Everything is falling into place, Effendim. Evet. For once. Не повезло тебе, Тарик. Нам нужно Air Assassination, если что. Так, потом давайте сюда тогда. Ага, вот. Ох, как подняться туда? И уж тем более туда. Так, то есть они не видят уже отсюда. Нет, отлично. Так, Эцо, стой. Во. Air Assassination. Ну, нет. Тарик. Да ёб. Есть? Есть. Всё. Templars, where they felt safest. What proof do you have of this? See, here. This will lead you to the Byzantines in Cappadocia. Destroy them if you can. You have done well, Tarik. Forgive me. Protect my home, not assassin. Allah, Ashkila. Redeem the honor we have lost in this fight. Ну вот, Эцио делает ошибки уже. Тарик, оказывается, не был темпларом. I am getting tired of this uniform. Ох. Ладно, я должен доехать. Просто прыгаем, когда эти ребята готовятся ударить, и убегаем. Так, ну давай, вылезай. Угу. Я думаю, это все. Собственно, я почти вышел за территорию. А, подождите, они просят покинуть территорию.
Во, то есть мне нужно было сначала покинуть территорию, а вот теперь мне нужно стать анонимным. Вот теперь мне нужно стать анонимусом, сучонок ты такой. Блядь. Ну, а Эцио! Эцио, слава богу. Все. Окей. Тоже стопроцентное, ну блин. Так. Ну и что с такой известностью мне делать? Сбить ее можно или нет? О мой бог. Ну а дальше София с Мэмори продолжим, на самом деле. Просто главное лучше сначала выполнить, на самом деле. Они, конечно, подвинут сюжет, но сначала... Точнее, конечно, у нас вроде основа двигатель сюжета ключи Масаяфа, но... Это тоже интересно, на самом деле. Потому что, по большому счету, мы только что убили человека по ошибке. И Эцио в этом признался. Хорошего, правда, от этого мало, но что поделать. Ну, зато, я так понял, нам выдал Тарик местоположение темпларов, которых нам нужно убрать. Так, это где мы тут были? Вот. Убираем. И идем на миссию. Собственно, ух ты. Так, нам же сюда, где все запрещено. Не так ли? Да. Эцио has the card the location of the Templar. But has killed an innocent man in the process. Speak with Сулейман about this. Никого не убейте, нужно поговорить с Сулейманом. Так, нам нужно в Топкапе попасть. Но так, чтобы нас никто не... заметил. Направляетесь ли вы в Топкапе, друзья? Нет. Вообще ни разу. И я даже не знаю, как лучше. На самом деле. Сюда залезать. Сейчас посмотрим. Попробуем по крышам, не получится. Так, но нам нельзя никого убивать. Черт, о мой бог. Ладно, ладно, ладно. Ты ничего не видишь. У них же достаточно интеллектуальный искусственный интеллект, надеюсь. Он не заметит меня, если я здесь спрячусь. Я так понимаю, да. Ай-яй-яй, Рен. Она разве... А, она, да, внутри по топкапе. И где же она находится, вы хотите сказать, что... А, вот она, ай-яй-яй, Рен. Оружейный склад. Бывший храм, оружейный склад Атаманской империи. Потом был. О, черт. Так, чувак. Оу. Ну, окей. Что делать дальше? Вас никого нельзя убивать даже. Что мне-то делать при этом? Так, попробуем так. О-о-о.
Я люблю стелс, но в Assassin's Creed просто, ну, очень тяжелое желание не убивать кого-то. Потому что все сделано для того, чтобы ты убивал кого-то. Реально все. Ну, это вниз. Спокойнее. Чувак, спокойней. Ты меня не видишь. А ты кто? Все, вот и молодец. Во внутренних покоях, по идее, никого не должно быть. Это же все-таки султан. О. Так. Придется подождать. Давай разворачивайся. Вот. Долго нам еще? О. Так, спокойней. О, черт. Угу. Давай. Это все. Вот что я хотел. Где ж этот Сулейман-то? О мой бог! Удивительно, но здесь я никого не вижу. Как же к нему попасть? Давай разворачивайся. Где-то на этом уровне. Вот туда надо нам. Понятно. Туда, чтобы попасть, надо еще постараться. Так. Так, тут два иначара. Но может быть и здесь вход заодно. А, вот он. Вот он, ты. Иди сюда. Tarek was not traitor, Suleiman. He too was tracking the Byzantines. What? So did you... I'm sorry. God forgive me. You should not have been so quick to judge. He was loyal to your grandfather to the end. And through his efforts, we have the means to save your city. Tarek, you should not have been so secretive. What a terrible way to do a good thing. The weapons were taken to Cappadocia. Can you get me there? Yes, of course. I will arrange a ship to take you. Suleiman! I've been set up and made to look a traitor. Do you remember Tarek, the Janissary? The man you quarreled with? He's been murdered. It is no secret that he and I were at odds. Now the Janissaries will accuse me of this crime. This is terrible news, uncle. When word gets back to my father, he will banish me from the city. Ah, forgive me, nephew. I was not aware that you had a guest. This is Marcello, one of my European advisors in Kefe. Buonasera. Marcello, my nephew and I have a private matter to discuss.
As I said, there will be a ship waiting for you when you wish to leave. Grazie, mio principe. We will track down the perpetrator of this crime, Uncle. Have patience.